Я вспоминаю истории о окинавских мастерах, когда просто мастера, не выступая нигде, на таких модных сейчас K1, MMA и так далее, где якобы дерутся реальные пацаны, которые показывают настоящее боевое искусство. И вот эти вот такие невысокие старички, которые тренируются ежедневно вот на подобных снарядах, они просто могут выйти и проломить грудную клетку, и на этом все закончится. Вот это, наверное, самое важное, да, в карате, вот кенхисацию, убить с одного удара. Тот принцип, который Фунакоси принес в Японию, и который из японского карате в конечном счете ушел, превратившись в спортивное зрелище, вот на Окинаве он остался существовать именно в том виде, в котором мы его и понимаем. Но здесь возникает такой вопрос. Для того, чтобы добиться этого удара, нужно тренироваться не один десяток лет. Не один десяток и не одну тысячу ударов нужно нанести на тренировке. Причем нанести сначала самая такая тяжелая и муторная работа, наносить его в воздух, то есть, грубо говоря, в пустоту, отрабатывать правописание. А потом необходимо уже нарабатывать его в макивару. Потом нужно нарабатывать его в различных комбинациях, поскольку человек двигается, сам тоже боец двигается, да, его надо бить из различных позиций. Работаю. Просто колоссально. Да, действительно, колоссальная работа. И многие люди, которые сейчас начинают заниматься боевыми искусствами, или даже, я скажу, не боевыми искусствами, а спортивными единоборствами, они хотят научиться это за один год, за два года. Говорят, зачем мне ваше гудзюрю, зачем мне вообще нужно ваше карате, когда я буду 15 лет тренироваться для того, чтобы там кому-то что-то ломать. Я хочу сегодня, здесь и сейчас. Вот, Богдан, что ты можешь ответить таким людям? В чем смысл карате? Ну, вообще соревнования – это хорошо. Особенно, наверное, для ребят, которые молодые, приходят там дети, то есть которым нужно видеть ощутимые результаты своего труда, и, наверное, без этого нельзя. Хотя, в принципе, я все-таки, ну, это мое личное мнение, считаю, что карате вообще, и окинавское в частности, это все-таки вид боевого искусства, а не спорт, искусство для людей достаточно взрослых. Людей, которые в этой жизни уже что-то осознали, что-то понимают, приходят сюда, заниматься сюда вот осознанно, не рассчитывая на то, что завтра они отсюда выйдут чемпионами, мастерами спорта или вообще мастерами боевых искусств. Потому что, в принципе, ведь корень карате, как и корень там, кендзюцу, как и корень джиу-джитсу, он один. Это философия дзен. А философия дзен – это что такое? Это действие без ожидания результата. Вот на самом деле, вот эта вот философская сентенция подходит для карате идеально. Карате надо заниматься без ожидания результата. Не зря вот в том же гудзюрю есть такое понятие – недостижимое совершенное выполнение ката. Вот ключевое слово – недостижимое. К нему надо стремиться всю жизнь. Но достичь его невозможно. То же самое владение ударом. Надо просто этим заниматься. Это должно стать стилем жизни. Должно быть стать стержнем по жизни. Гудзюрю – один из самых известных окинавских стилей в настоящее время, во всем мире. И стал он таким именно благодаря сенсею Морио Хигаоне. На самом деле у нас есть очень интересный информационный повод для сегодняшней встречи. В сентябре месяце сенсей Хигаоне был присвоен 10-й дан. Нам из штаб-квартиры ЖКФ прислали письмо с уведомлением о том, что сенсей Хигаоне был присвоен 10-й дан. И что еще более важно, что сенсей Аничи Мияги и Арагаки сенсей выдали ему, скажем так, официальный сертификат на то, что он представляет прямую ветвь мастеров от Чжун Мияги. То есть фактически является как бы на сегодняшний день патриархом стиля гудзюрю. Для нас, для всех, кто занимается гудзюрю, я уверен, а особенно для тех, кто занимается гудзюрю в ветви IOJKF, собственно, который возглавляет сенсей Морио Хигаоне, Шихан Морио Хигаоне, это колоссальное по важности событие. В мире боевых искусств, на самом деле, сколько я пока до сих пор видел различных мастеров, да, и в каких-то семинарах принимал участие, оно вот с самой личности, чтобы такое было сочетание одновременно и очень сильного бойца, как бы, я даже скажу так, с такими, знаете, кошачьими, немножко животными повадками, таких мастеров я просто не видел ни одного. И вместе с тем, с такой персональностью, я имею в виду вот как бы личностью, как у Морио Хигаоне, добрейший человек. То есть добрейший человек, вот как раз то сочетание мягкого и жесткого. Жесткий человек в бою, жесткий человек очень в тренировке. Он нас даже в возрасте, знаете, обставлял просто по отжиманиям молодых. Это просто поразительно было. Уже даже в таком возрасте ему было уже за 60. И вместе с тем совершенно мягкий и очень приятный человек общения. Должно ли карате двигаться в сторону спортивную?
карате должно на себя впитывать спортивные поединки? И какое может быть отношение на ментальном уровне человек, который занимается, должен к этому ко всему испытывать и приносить? Очень важный вопрос. На самом деле он перекликается с тем, что мы постоянно здесь делаем на тренировках, и то, о чем мы постоянно думаем. Любой вид боевого искусства, и гудзюрю в частности, это живая, развивающаяся система. И она, без сомнения, должна брать лучшее из тех боевых систем, которые существуют рядом. Я не говорю про спорт. Меня спорт как раз интересует в этом плане меньше всего. Но вот, например, у нас достаточно нормальное отношение здесь в зале к боям Mix Fight. Федор Емельяненко вообще forever. Вот, потому что к такому бойцу относиться равнодушно нельзя, это воин по жизни. И когда мы смотрим то, что делает он в ринге, когда мы смотрим то, что делают люди, его коллеги в ринге, в общем-то, мы-то для себя тоже делаем какие-то выводы. Например, мы стали вводить на тренировках то, чего в гудзюрю, ну, к сожалению, пока не было. То есть борьба в партере. Потому что реально это важно, это жизненная ситуация. Мы можем оказаться в партере. И мы должны уметь там действовать. Поэтому, на мой взгляд, гудзюрю открыто для того, чтобы в нем появлялись новые техники, которые гармонично инсталируются в стиль. Вот, например, борьба в партере, поскольку есть борьба в стойке, то борьба в партере прекрасно инсталируется. Я сомневаюсь, что когда-нибудь в гудзюрю появятся элементы, скажем, спортивного карате, ну, потому что, опять же, они просто не смогут войти. А вот элементы борьбы, дзюдо, самбо, джиу-джитсу бразильского, мы пробуем это на тренировках.